Здравствуйте, дорогие любители годных ICO. Продолжаем с вами рассмотрение Local Coin Swap. Это первая биржа, первая платформа, которая распределяет дивиденды в размере 100% от своей прибыли. Напрямую торгуйте любой криптовалютой, используя способ оплаты любой, абсолютно в любой географической локации. То есть, независимо от того, где вы находитесь, вы сможете купить любую криптовалюту за любой способ оплаты. Это ли не криптобудущее? Итак, какие основные особенности у данного проекта? Давайте же с вами рассмотрим. Первое – это ориентация на сообщество, специализированная поддержка, интеграция функций социальных сетей. То есть, все будет сделано максимально для людей. Далее, власть сообщества. 100% прибыли, мы уже поняли, распределяется между пользователями, между, точнее, держателями токенов, прошу заметить. То есть это вложение в LCS токен, это покупка актива, который будет приносить вам не только прибыль в виде увеличения цены данного токена, но и дивиденды с каждого квартала за то, что вы являетесь токен-холдером. Итак, третье. Демократическое управление. Голосование через Proof of Stake систему. Здесь будет управление, опять же, на демократии, то есть на власти сообщества. Самая открытая биржа в мире. Мгновенная регистрация без проверки и ограничений. То есть не нужно будет долго верифицироваться, что-то там проходить, какие-то тяжелые подтверждения. Нужно просто будет зайти и зарегистрироваться максимально быстро. Далее, полная прозрачность. Ну, в принципе, тут понятно, смарт-контракт. Все очень и очень прозрачно. Большое количество монет. Больше криптовалют, чем на других P2P биржах. То есть Local Coin Swap будет торговать очень большим количеством криптовалют. Далее. Ультрасовременная безопасность. Мультиподписные транзакции. 95% средств в холодном хранилище. То есть основная часть средств будет храниться на холодном хранении. Функции токена. Возможность получать дивиденды в разных валютах. То есть токен будет служить как раз вот таким активом. То есть все комиссии будут в самой валюте, которую обменивает человек. Токен служит лишь активом. Служит лишь, скажем так, монетой, которая приносит вам дополнительный доход. Это как купить акции какой-нибудь компании и получать с них дивиденды, что является очень и очень выгодной инвестицией. Здесь нас призывают стать инвестором, купить токены прямо сейчас. Мы с вами рассмотрим в одном из следующих видео, как купить LCS токены. Здесь у нас представлены проблемы и решения. Итак, какие же проблемы? Экономика криптовалют сейчас переполнена гигантскими монополиями. Local Coin Swap имеет полностью распределенную P2P торговую систему. Нет централизованных банковских счетов. Нет требований проверки, нет ограничений на торговлю. То есть, это будет довольно хорошим решением. Далее, существующие торговые P2P площадки поддерживают лишь незначительное количество криптовалют и способов оплаты. И правда, сейчас довольно сложно продать, например, токен, который только-только закончил ICO. Local Coin Swap абсолютно решает эту проблему. Это масштабная, самая масштабная биржа в мире. Здесь нет никакой дискриминации, не требуется проверки при регистрации. Торговый интерфейс безопасен, прост и увлекателен. То есть это будет максимально дружелюбный к пользователю интерфейс, который поможет вам лучше разобраться с данным проектом. То есть вы заходите, нету никаких заморочек,
любой, даже не знакомый с криптовалютами человек сможет спокойно торговать на данной платформе. Много биржи исключают пользователей и являются небезопасными. Да, я слышал о таких случаях. Я слышал, что пользователей просто банят по непонятным причинам, ну, если они не верифицированы. Здесь же такой проблемы не будет. Доминирующие биржи страдают от централизованных банковских и торговых ограничений. Local Coin Swap. Угу. Ну, мы все с вами видим. Итак, я считаю, что данный проект очень перспективный как раз из-за своих возможностей для получения пассивного дохода инвесторами в данный проект. В принципе, это очень хорошая возможность. Давайте в следующем видео рассмотрим остальную часть проекта. На этом все. Всем удачи. Инвестируйте свои деньги правильно.